ज्ञानान्येन सदा तया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावे तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओं वृंदावई तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्वे भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामैतं शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरवप्रवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस अंटू लोटस फीट ऑफ माय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत सिलवान गोस्वामी महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत सिलवान नारायण गोस्वामी महाराज। Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanvat Pranam, Lotus Feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Sadhmad Bhakti Vedanta Sai Maharaj, Shira Guru Vindu Vishnu Maharaj, and all senior devotees and all of Vishnu Vishnu Vish and present here to all of my respects. Прежде всего, я предлагаю своим смиренным божественным Дандаватпранамам отнести поклонники от Вишну Снапада, Сатарсан Махараджу, Шри Гургавина Махараджу и всем старшим преданным, всем Вайшнавам и Вайшнавам. Я предлагаю свои поклоны. Мы продолжаем обсуждать Брихат Бхагаватамрита, это написано Шрилой Санатана Госвами Падом. Первая часть, в которой описывается разговор между Нарадой и Риши. И многими-многими другими преданными Господа. In Дарикапури. And he also met different devotees in Дарикапури. Finally, he also говорит о том, кто является лучшим из тех, кто принимает своего Господа, Бхагават Крипа Патри. Вчера в своем классе я описывал, что от Нарада Риши прибыл в Дарикапури, и он встретился со многими преданными в Двараке. И в итоге он встретился с Удовой. Даршан. Тогда Кришна находился в комнате снаружи. Были все преданные, которые ждали Кришну, который проснется и выйдет из своей комнаты. И все преданные умели получить даршан Кришны. And they express their love and concern with Krishna. And especially, Krishna told to Narada Rishi about his experience about Actually, all these things Krishna is listening inside. И они выражали свою любовь по отношению к Кришне. И в особенности Удава сказал Нарада Риши о собственном опыте
and especially I love you, Babraja. Uddhav and Rohini Devi, they discuss Krishna. And Krishna's mind is very disturbed and he is just shaking his tears and remembering this. In this way, Sanatana Goswami Path just made very nice, beautiful circumstance. Narada Rishi, he told Uddhav, и ум Кришна очень был обеспокоен, он памятовал о Браджи. Таким образом, Шрила Санатана Госвами Пад описывает Лакшми Деви, Нарада Риша сказал Удава, ты являешься лучшим из тех, кто получает милость Господа, потому что ты всегда находишься с Кришной. И Кришна всегда говорит, что ты его самый дорогой близкий. Даже Лакшми Деви не так дорога ему. Даже Шриваджи Брамаджи, что же говорить? Даже его старший брат Баладева Прабу не так дорог и близок ему, как Удава. Когда Удава услышал все это, когда он очень смиренно сказал, «О, Нарада Риша, ты знаешь что?» Но как возможно, чтобы я сказал тебе? Before I was very proud. До этого я думал, что я являюсь лучшим из тех, кто получил милость Господа. Я был очень горд этим. Таким образом, So that time I was thinking, I must be very near to dearest Krishna, because Krishna is sending to me Braj. But пожалуйста, успокой моих родителей, которые чувствуют разлуку со мной, и моих возлюбленных гопи, которые день и ночь плачут по мне. Ты должен отправиться в Брадж и передать мое послание им. Тогда я подумал, что наверняка я очень близок и дорог Кришне. Поэтому он послал меня во врач. Но в то время я был знаком с врачем. Даже географически я не представлял, где находится врач. И у меня не было никакого представления о настроении Вриндаваса. И когда Кришна отдал мне собственную одежду, гирлянду, и собственными руками надел одежду и эту гирлянду на меня, и там, где Кришна отдал мне собственную золотую колесницу. Когда Кришна дал мне все это, я очень возбудился. Но когда я прибыл в Абрадж, увидел Раджабаси, сколько любви у них ко мне, тогда вся моя гордыня полностью была уничтожена. В предыдущих классах я обсуждал, как Вишна Чакравартипад в своем комментарии описывает Удава, когда он увидел настроение Нанды Махараджи. Родительская любовь по отношению к Кришне, он очень удивился. И когда Удава увидел гопи, их высочайшую любовь и приятность к Кришне, тогда он был более того поражен. Какая же любовь прямо находится в сердце гопи. Was looking, then his head я описывался, если кто-либо стоит у подножия горы, как, например, в Индии есть высочайшие горы, Гималая.
activities, смотря на верхушку этих Гималаев, человек, он теряет, то есть он начинает поднимать свою голову, и таким образом его шляпа спадает с него. Таким же образом, когда Удава увидел, как гопи, как они разговаривают с Кришной, о Кришне, какие их деяния по отношению к Кришне. Ман, обиман, that is called anger, and these types of activities. На Вайкунтхе, Айоте, Дварике, Мадхуре, никто не может жаловаться на Господа, никто не может критиковать его. Все выражают почтение Господу Кришне. Но гопи, с помощью своей высочайшей премы, они использовали множество очень грубых слов. Они входили в ман, обиман, гнев и другие состояния. Поэтому Кришна Шиладхара Госвами очень прекрасно описывает в Брамара-гите, которая называется «Песня Шмеля». Когда Шмель прилетел и пытался сесть на лотосные стопы Шримати Радхики, тогда Шримати Радхика с помощью своего видения Шримати Радхика использовала множество резких слов по отношению к этому шмелю. Таким образом, Шрила Шукадева Госвамипад описывает 10 настроений Шримати Радхики, которые называются Читра Джалпа, Джалпа, Суджалпа и так далее. Удава заметил эти деяния Шримати Радхики. Также он является знатоком всех шастр. Но он не знал шастр о преме, према шастр. И сейчас он видел, что же является идеальной премой, трансцендентной премой. Мы видим, что в этом мире многие люди, у них есть материальная према. Very clearly explain what is the definition about last наслаждение для себя. Definition about но в трансцендентном мире все деяния Гриджабати, они направляются на Кришну. Кришнаская Вираджа с вами в Читан Чиритамрите очень ясно описывает, что же каково определение любви и вожделения? Вожделение — это то, что используется для собственного наслаждения. Определение любви — это Кришнендра Пративанча. То есть это то, что будет использовано только для чувственного наслаждения Кришны. Таким образом, Шрила Рупа Госвамипад вызвала Ниламани и Бхактира Самхита Синду так прекрасно описывает определение премы. Но Шрила Рупа Госвамипад в своей гранте в итоге говорит, что определение любви таково. This thing also Garga Sangita explains in this way. Once Sattabhama, she was very proud. She was thinking, это "I am the best как wife передать of Krishna, and Krishna чувства also control with my love." В глазах, с помощью For слез. This regard, on the auspicious time, she told to Narudasi, she Garga Sangita описывает. To give some charity таким образом, однажды Сатипалма, она очень возгордилась, она думала, что я лучшая жена Кришны. И Кришна
находится под контролем моей любви. That means one balance, по этой причине, one will be seat, and в один благоприятный момент она сказала на разрешение. Саттахама, she will give all the ornaments, jewels, что хочет дать какое-то пожертвование. Тайдеси сказал, хорошо, ты можешь дать мне какое-то пожертвование, это хорошо. Она сказала, я дам пожертвование, которое приравнивается весу речь Кришны. То есть, с одной стороны сядет Кришна, а с другой Сатибама на весы положит все свои украшения, орнаменты. И такое количество пожертвований она раздаст Брамана. Сатибама выбрала благоприятный момент, и Кришна сел с одной стороны, и Сатибама возложила все украшения. Но все еще они не могли найти баланс, чтобы сравнить вес. Сатибама она попросила некоторые какие-то украшения у других царевин, но все еще этого не было недостаточно. И тогда все царицы Двараки положили все свои украшения с одной стороны, с другой стороны сидел Кришна, но все еще вес был неравным. Сатибама она подумала, что же теперь делать? Тогда Нарадариши сказал, если Шримати Радика придет, она придет и покажет вам, когда пришла Шримати Радика, и убрала все эти украшения, и она взяла весь Туласи, и нанесла на него свою одну слезинку. И тогда вес вот этой слезинки и Туласи приравнял вес Кришны. И таким образом Сатибама осознала, что према Шримати Радики, насколько же она выше премы остальных. В этой причине в Шримад Бхагаватам then, все царицы Двараки, I also pay my obeisances to the feet of Srimati Radhika. I recited the six verses. How will get the one the sprinkle drop of mercy? Таким образом, према Радики выставляется высочайше. Юдова говорит, когда я пришел в Вриндаван, я увидел я увидел высочайшую прямо Шримати Радхики. Я вновь начал предлагать свои поклоны лотосным штабам Шримати Радхики. Я процитировал шесть цветов стихов о том, как получить мельчайшую, то есть крупицу милости Шримати Радхики. So Uddhav just reminded himself and told to Narad Rishi, that time I again and again pay my obeisances lotus feet of Srimati Radhika. I want to take bath in Braj just like a blade of grass, then maybe anyhow I can get the sprinkle. Напомнил себе и рассказал об этом Нарада Риши. Я вновь и вновь преклоняюсь перед лотосными стопами Шримати Радхики. Я хочу принять рождение во Враджа в качестве равинки. Может быть, так или иначе, не получи величайшую крупицу милости и пылинки лотосных стоп Шримати Радхики и других гопи. Но это невозможно. Наша Ачарья описывает, что до сих пор Удава, он находится очень близко с Радха Кундой, вместе рядом с Кусом Асаврварой, вместе, которое называется Удава Кьяри. Удав рассказывал,
что на берегу Удавакунды вся острова — это одно из рождений Удавы, и до сих пор Удава совершает суровые аскезы в этом месте. Но невозможно получить крупицу сотых пылинки, сотых стоп у Шримати Радхики. Таким образом, Удава на самом деле его обычный духовный облик в Двараке. И их естественное настроение — это Ашварья Бхава. Chaitanya Chaitamritam Krishnadas Kaviraj Goswami also says, one who has mind of opulence, Aishwarya. And without under guidance of Brajagopis, no one can attain in Navan mode. Even Pandavas, they also perform hard austerities in the bank of Radharana in the form of the five trees. And six trees, говорит, у кого есть настроение Ашварья, they can't to receive the mood of Brajagopis or mood of Srimati Radhika. Без милости Брадзагопи никто не может получить Вриндавана Бхаву. Даже пандавы совершают тяжелые аскезы на Радхакунде в качестве пяти деревьев, но они не могут получить настроение Брадзагопи или настроение Шримати Радхики. Потому что Нитасида Кришна Прем в этой шлоке говорится, Кришна Раджа Госвами описывает, когда дживы проявляются из Татасха Шакти, пограничной энергии Господа, тогда битармилан потенции. That's called bitter, and if you planted the seed of bitter melon, это может быть с помощью энергии. А, то есть они обладают энергией, потенцией, потенциалом уже врожденным. Никто не может, ни один сад, никто не может, даже сам Господь изменить ее. This is the process. That means is that when the jiva is manifested from the marginal potency of Lord, that time that potency is there. Например, природой горькой дыни является горечь. Если вы посадите семечко этой горькой дыни, тогда вырастет именно эта горькая дыня. А если вы посадите семечко манго, тогда вырастет дерево манго. Таким же образом, тогда джива проявилась из пограничной энергии Господа. Таким же образом, Нитя Сиддха Парикара, их бхава, она зафиксирована. У них есть фиксированное настроение, их настроение никогда не поменяется. Они стремятся получить высочайшее настроение, но это невозможно. Но сотни раз, если они будут пытаться что-то изменить, они не смогут это сделать. И до сих пор Удава стремится, как же мне получить пыль с лотосом стоп Шримати Радхики, как получить их прему. И до сих пор Лакшми Деви совершает пробу аскезу во Вриндаване. С другой стороны, Ямуна, и это называется Белван. Это невозможно. Что же говорит, даже целомудренная женщина Лакшми Деви, и существует множество тата сиданта, Удава сказал, он оробивился. Я отправился во врат, я увидел Брадзабаса. Сколько же у них любви по отношению к Кришне? Returned back from Vrindavan, Braj to Mathura.
That time Krishna gave Uddhav, he told all these things. Krishna. And Uddhav noticed in Krishna's face and how Krishna realized about the love of Vasi and these things also very потому что Удава осознал эти вещи. Когда он вернулся из Вриндавана, из Враджа в Матхуру, тогда Кришна, Удава рассказал все Кришне. И Удава увидел лицо Кришны, что Кришна if your friend Krishna will ask, осознал в сердце Бриджабаси или Бриджабопи, и Шрила Вишна Чакрати Такур так прекрасно описывает это в своем комментарии. Итак, Шри Мати Радика была последнее послание Удаве. О, Удава! Не говори Кришне о нашей разлуке с Ним. Если твой друг спросит, как мои возлюбленные гопи, скажи, что они очень счастливы, и они почти забыли тебя. Они забыли, как ты танцуешь, поешь, кушаешь. На самом деле, гопи, как они плакали. Кришна, он не мог это сказать. А Удава, ты сказал нам, and build men for him, что Кришна плачет и помнит о нас, но все еще. But you told Krishna is remembering to us and crying to us, but still тело Кришны подобно маслу. Uddhav now he realized. Если вы нанесете масло на свой палец, тогда это масло растает от тепла ваших пальцев. Также Кришна не мог терпеть. Он не стерпит этого. Ты сказал, что Кришна, он помнит нас и плачет по нам. Но до сих пор мы не оставили свои тела. И Удава сейчас осознал, какого же рода према живет Христа в Боге. И Гопи сказала, особенно Шримати Радика сказала, о, Удав, ты очень дорог и близок нашему возлюбленному Кришне. И ты не можешь спрятать что-либо. Скажи нам, как же ты передашь наше послание Кришне? Не говори ему все за раз. Наша разлука, наше страдание, то, как мы плачем. Если ты увидишь, когда в нашем рассказе, как глаза Кришны наполняются слезами, тогда ты заканчивай. Начинай рассказывать что-то другое. И тогда, когда вновь ты встретишься с ним один в каком-нибудь месте, тогда ты расскажи что-нибудь ему. И приводится пример, как старая одежда. To Krishna every time, then Krishna yes, cannot yeah. Light. So one by one, после стирки старой одежды, как, например, way, если вы, например, заразите выжать старую одежду, тогда вся эта одежда, она разорвется. Таким же образом, если ты расскажешь о нашей вирахе, разлуке Кришне за один раз, тогда Кришна не сможет стерпеть этого. Поэтому потихоньку что-то ты рассказывай, где ты останавливаешься. Таким образом, передай наше послание Кришне. И тогда в итоге Шримати Радика написала одно письмо. Удава прибыл во Вриндаван. Когда Кришна сделал с Удавой в одном сокровенном месте,
тогда Удава передал письмо в руки Кришне. Когда Кришна увидел письмо Шримати Радхике, написанное ею от руки, это письмо, которое написала Шримати Радхика. Когда Кришна увидел это письмо, он не смог терпеть разлуки со Шримати Радхикой. И все его тело начало трепетать. И тут же слезы потекли из его глаз. Кришна не смог прочитать это письмо. И он указал Удаве: «О, Удава, пожалуйста, прочти, что здесь написано в этом письме». Это так прекрасно описывается в Гранте Гопала Чампу и других грантах, как очень пластичным и трогательным образом это описывается. И это называется Према Патра, любовное письмо. Вот что она написала. Наши Гослами описывают, что там присутствует множество шлок. Так что Шримати Радхика написала: «О Прана Приятама Говинда, ты знаешь, что Луна никогда...» Our conversation. And then Krishna cannot tolerate. In this way, with Uddhav, very humble, told to такое прекрасное письмо, которое мы обсудим позднее. All my pride and everything. И Удава сказал: «О Мунивар, when I return back from Бриндаван, что могу сказать о славе? Am I Гопи Браджбасис, and especially Браджгопис, Арманд Гопис. Сейчас Кришна наверняка слушает наш разговор, и Кришна не может терпеть Удава. И так Удава очень смиренно сказал Нарадриши: «О Нарадриши, вся моя гордыня, все остальное полностью разрушено, когда я вернулся из Бриндавана. Где же я? А где все Браджабаси, в особенности Браджа Гопи, и среди них Шримати Радхика?» И тогда Рахини Деви начала говорить Нарада Риши. И Парикшит Махарадж описал это своей матери Уттаре, потому что Санатана Госвами Пад glorified about Brajvasis, Brajgopis. Писал это в разговоре между матерью Уттаре и ее сыном Парикшит Махараджа. Парикшит Махарадж сказал: «О, мама, мать Уттара». She just shedding her tears and told him, Uddhav, what you are speaking, I know everything. And I was in Braj. I know everything. You are as like a small child. Just you few months you was living in Braj. But from the before birth of Krishna, I was in Braj. I know Krishna's heart, Krishna's mood. I know the. Она сказала: «Удав, что ж ты говоришь? Я знаю все». I saw the gopis. Я была во Враже. Я все знаю. Ты, как маленький ребенок, ты был во Вриндаване всего несколько месяцев. Но я была во Враже еще до рождения Кришны. Я знаю его сердце, его настроение. Я знаю настроение Виджабаси. Я видела настроение Гопи, сколько у них любви и привязанности по отношению к Кришне. Шримати Радхика every day is to come Javad to Nandagam. Как Риджабаси, они оставили все для счастья Кришны. Кто может описать это? To meet with Krishna and talking. Я являюсь доказательством тому. Рахини Деви говорит: «Я доказательство тому. Я все видела с помощью своих глаз».
Я знаю, как Шримати Радика, сколько у нее любви и привязанности к Кришне. Шримати Радика каждый день приходила из Явата в Нандагаон. И как она скрытым образом встречалась с Кришной, разговаривала с ним. Я знаю все это. Таким образом, Вайшнава Деви explain Srimati Radhika's journey. Она рассказывала, что была только Сумантили. Шила Рагуна Дасгусвами очень прекрасно описывает, как Srimati Radhika каждый день возвращалась из Явата в Нандагаон и готовила для Кришны. И также наши Дасгусвами в разных границах так прекрасно описывают путешествие Шримати Радхики и Девата Нандагаон. Такие прекрасные. Только Расмахудри Мадхури спадок в этом. Шримати Радхика идет в Девата Нандагаон очень рано утром. Она идет в своем саке, в Манджаре. Javad, и также с Кундалатой. Потому что Джатила, у нее столько веры в Кундалату. Поэтому Джатила говорит, о, моя невеста Шримати Радхика отправляется в Нандагаон, готовит для Кришны. Но она может идти только с Кундалатой. По этой причине каждый день Шримати Радхика она справляется с Явата в Нандагаон, Кундалатой и другими саки. И также Кришна очень рано утром встает, приходит в это место, которое называется Нандакшират. Это то место, где находятся все коровы Нанды Махараджа. Дешала. For this regard, she knowingly, she torn off и Кришна иногда переграждает дорогу и делает вид, что он дует корову. А Шримати Радхика, когда она здесь издалека видит прекрасный образ Кришны, тут же слезы начинают катиться из-за глаз, она получает Говинда Дарсан. И она думает, я хочу увидеть прекрасное лицо Кришны. И поэтому она специально рвет Матималу, гирлянду из жемчужин и притворяется, что она одну за одной собирает жемчужинки. Но она украдкой посматривает на прекрасное лицо Кришны. Сугадева Госвами Пад описывает, что Кришна Даршан это великий фестиваль Голи, Гопи, который они совершают с помощью своих глаз. Гопи получает даршан Говинды. И это лучший фестиваль взгляда. Говинда даршан. И один мусульманский поэт Раскан описывает киртан. So he to Agi Lage Usi Akhaname Akhaname this din Govinda Darshan na paavi. Что пусть эти глаза будут сожжены в огне, если эти глаза не получают даршан Говинды. Этот рассказ очень расхитен, расхитен поэт. И он сочинил прекрасное. Браджа Киртан. And shedding tears. Or Paruka Nitra and Odijar without blinking. И эти глаза, пусть будут сошены, если они могут получать даршан прекрасного Говинды. Как Гопи празднует сладкое празднование, получая даршан прекрасного Говинды. В особенности, как Шримати Радхика получает даршан Говинды. И она льет слезы. How possible
will be exploiting this. Негане она получает да с негативом да. Потому что. It is called the only self-realization will come. Сколько любви и према проявляется, когда получаешь Дарсан Говинда. Тот, кто видел Говинда, может это описать. А тот, кто не осознал этого, никакими словами он не может понять этого. И Шрила Санатана Госвами Пад, Брихат Бхагаватамрита описывает, как же возможно описать это? Потому что должно прийти самоосознание. Должны быть собственные чувства, собственная реализация. И это невозможно никак передать с помощью языка, никакими словами. И таким образом, когда Шримати Радика возвращается, приходила Девата Нандагон, Кришна предоставил ей дорогу и показывал такой спектакль, ну, что он там дает корову. А Шримати Радика, она издалека получала даже внутреннего лица Говинды. Она разорвала свою мать-маму Гирлянду из жемчужин. Но каждая секунда, по каждое мгновение она получала даршан прекрасного лотосного лика Говинды. Тогда Саки сказали, хорошо, надо зайти. Но иногда Саки говорят, мы не должны идти этим путем, потому что Кришна, эта темная личность, будет беспокоить нас. Мы должны отплатить другим путем. Тогда Шримати Радика говорит, нет, это дорога, которая должна идти все. Да, Шримати Радика, и Саки подходит очень близко к Кришне, и тогда Кришна берет вымя коровы, начинает ее давить, и эта срута молока, она попадает в лицо Шримати Радики. Rohini Devi, she knew everything. The what kinds of love. И так начинается према калаха, любовная. And when Srimati Radhika, she is cooking in the kitchen of Srimati, описывающий в то, как Srimati Radhika отправится к Девата Нандагон. To come something to bring from the kitchen. And when Mother Yashoda, she used to come, go out. Went out from the kitchen. Мать Рахини Деви, она знает все. Сколько любви в Шримати Радике и Кришне. Шримати Радика, когда она готовит, на кухне мамы Ясоды, когда Кришна начинает притворяться, что он приходит за чем-то, чтобы взять что-то с кухни, и тогда мама Ясода and Srimati Radhika's выходит из кухни. But she is mother for this sometime, for this regard, she did not say anything. So Rohini Devi, she told, hey Uddhav, I know everything. И тогда Кришна видит, что Шримати Радика, она одна. Кришна, он подходит к ней, начинает обнимать и целовать ее. Рахини Деви, она знает все. Мать Рахини Деви, она замечает, что как каждому говоришь, на каждую секунду. Кришна и Шримати Радика обмениваются любовью. Но так как она мать, она ничего не говорит. Рахини Деви говорит, о, Удава, я знаю все. Что я говорю? Ты говоришь подобно ребенку. Ты был во Врадже всего несколько месяцев. Какой ты можешь быть опыт? А я был во Врадже, была во Врадже с самого рождения Кришны. Я знаю все. Таким образом, Рахини Деви описывает так много сокровенных мест, где Рада Кришна обменивается любовью. Также Лила Нанда Гаоне. По этой причине наши Госвами, Санатана Госвами Пад, Ишва, Рупа Госвами Пад,
In Сэр, решали базу Мишадана, в этих местах памятовали об этих ливах. Сэр, Богослав Парчеса в Нектаре Наставлеи описывает, как нужно поставить сюда имя, как наше сердце может переполниться сладчайшими вкусами, расам отхори и бхавами. Поэтому он описывает эту лилу Таннама Рупа Чаритади. Шрила Рупа Госвами Пад очень смиренно описывает это. Всегда памятуйте о сладчайших, прекрасных, мелодичных играх Кришны. Таннама Рупа Чаритади Сукиртана на смертях. И постепенно вы должны концентрировать свой ум на сладчайших играх Кришны. Кришна Враджи, вы всегда должны стараться жить, расстаться во Враджи. Как же жить во Враджи, если вы не можете физически оставаться там? Вы должны поселиться в нем в своем уме, то есть всегда памятовать о Враджи Катхе, о лилах во Враджи. Рагунатха Госвами также говорит, если вы оставите Катху Вайкунтху, вы всегда должны находиться во Враджа и погружаться во Враджа Катху. Таким образом, существа Враджа, вы всегда должны находиться во Вриндаване в своем уме. Если это невозможно делать физически, то вы должны всегда стараться это делать, всегда стараться во Враджа в уме. И как быть во Вриндаване с помощью своих анураги? То есть вы всегда должны относиться с любой враджу. Джанану Гами. Таким образом, день и ночь, вы должны памятовать о сладчайших играх Кришны. Наратам Дас Такур описывает, как ты всегда общаешься с Ракарасика Садху. И памятуешь, в итоге он достигнет Враджа, потому что Враджа Према очень и очень редка. Тысячи жизней, если вы будете совершать пачну садхана, то это не так легко будет достичь враджа. И как же можно достичь враджа? Всегда общаться с садху, слушать враджа катху. И описывается, что садхусанга — это не означает, чтобы мы общались со всеми садху. Несмотря на то, что садху говорят, садхусанга, садхусангу, всегда общайтесь с садху, но с каким садху нужно общаться? They can sit everywhere. They can sit also Rasgulla. They can sit of the stool, urine everywhere. Because for this regard, they are friends. Вы не должны общаться с садху в Вайкунтхе, а если в Барахе и Матху. Вы всегда должны общаться с Враджа Расика садху. И быть всегда направленными. Дается пример. Honeybees, they are also sitting to the... Например, мухи. Муха. Может сидеть где угодно, она может сесть на расагулу, и также она может сесть на испражнение, мочу, везде. В этом и есть природа мухи или комара. Комар может сесть где угодно. Here Madhukar means that bumblebee. Bumblebee only he collects the honey from the lotus. No need to collect from others. Они также могут сесть на любой цветок. So in the same way, our shastra explains that большие цветы, маленькие, и собирают мед отовсюду. А третий пример — это мадукар. И здесь мадукар означает шмель. Он только говорит, что собирает мед только лишь лотоса.
Я думаю, что это не обязательно, чтобы собирать других цветов. Поэтому вы должны стараться стать черным шмелем. Вы также можете быть пчелами, но самый лучший пример того, что вы должны стать черным шмелем. Черный шмель, он всегда направленный, и он собирает мед, только лишь лотоса. Таким образом, всевозможные ачари, они дают эти примеры, которые описывают, как вы должны сконцентрировать свой ум на Враджу и всегда быть однонаправленными в Раджарасе, Касаду и Гуру. И тогда вы достигнете Враджа. И таким образом, Рахини Деви But what is your experience? Напомнила. But все это. I watch in Braj, still Krishna's, before Krishna's. Я сердце полностью растаяло. So I have сказала, experienced Удова. Everything. И нет никакого so опыта. Что я могу сказать тебе? Что нет никакого представления в Радже Преме. Потому что Just ты побыл всего yeah. несколько месяцев в Радже. So, ну какой ты получил там опыт? Way, никакого. Но я была во Враджа. До сих пор Кришна. Я была дорогая Кришна. What will say? How Mother Yashoda, she has love and affection with Krishna. Я видела yeah. все. Сколько у Кришны любви, приятности, годы. When Krishna left Vrindavan, from that day Mother Yashoda, she completely got bewildered and she became also blind because she is shedding tears and so she may to lose her eyesight and Рахини Деви сказала Гусамис Бенгали very nicely also explained this way and how Mother Yashoda day and night she is crying for Krishna sometimes she completely are mad когда Кришна оставил Вриндаван с того дня мама Ясода she took Krishna's small она потеряла рассудок и ослепла, потому что она постоянно плакала, и поэтому она также потеряла свое зрение. Наши госвами, бенгальские стихи, прекрасно писали это, как мама Ясода день и ночь плакала по Кришне. Иногда она полностью казалась безумной. Иногда однажды рано утром мама Ясода взяла And just a couple steps, игрушек Кришны, его одежду. И подумала, я должна пройти по Гуру. Я стану служанкой Девоки. Я здесь издалека буду наблюдать за моим сыном Кришной. И она взяла все игрушки Кришны. Его одежду, когда он был маленьким, и решил отправиться. Она сделала несколько шагов, после этого она потеряла сознание и упала. Итак, сколько о любви. Or what will say, is Srimati Radhika and Gopis still they are alive or not? Who can explain this way? In this way, Mother Rohini Devi, she continued, she also glorified about Braj Prem, Braj Katha. Actually, all these things, they are speaking outside of the room and inside Krishna sitting and listening all Braj Katha, then Krishna's heart completely melted. And maybe tomorrow we'll be discussed. And again, Rohini Devi, she told about Braj Prem Katha. And Krishna is listening inside the room. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai. Jai Jai Sri Radhe. Gaur Premanande Hari Hari Hari. Hari Hari Ho. Jai Sundar Ki Jai. Okay, my heart will listen to you. Thank you so much, Lagurudev.